привет, дорогие друзья! Сегодня у нас начало июня 2020 года, и на московской дороге все еще ходит R2R. Вы только подумайте, R2R в 2020 на московской железной дороге. Ходят они на казанском направлении, приписано к депо Куровская. Вот мы и приехали их снимать. Эти арки, конечно, пидованные, но они не перестают от этого быть арками, старыми добрыми арками, которые мы помним по завыванию моторов. А на этом месте я уже снял одну R2R. Мы только приехали, и она уже здесь. Вот фотка. Как можно видеть, место не самое лучшее, но куда успели доехать, туда и успели. Что в этом месте мне не нравится? Мне не нравится вот эта вот лепина. Она торчит прямо из башки электрички, это так себе. В принципе, все остальное меня устраивает. Ну что ж, поехали отсюда на другое место. Мы находимся на переезде около платформы 41 километр, что на Егорьевском шоссе. Или на Казанском направлении. Находится это место здесь. Только что здесь проехала ЭД-4М. Обычная скучная ЭД-4М, но зато со старыми форточками. Ах, какая важная деталь. Старые форточки, обалдеть. Ну с ума сойти. Короче говоря, теперь мы ждем ЭД-2Т, которая поедет в этом же месте, в том же направлении. И мы будем ее фоткать. Данная загружена. Нас ждет ЭД-2Т-007, которая едет из Чужестей и которого мы не дождемся. Затем нас ждет R2R, который едет с Куровской, и, возможно, мы ее сфоткаем. И также с Москвы едет ЭД-2Т, ЭД-4М, но нет ни одного грузового. Вот так досада. Ну что же, а теперь подождем и узнаем, достоверна ли информация, которая приходит ко мне в голову прямо из воздуха. С ума сойти, целая ЭД-4М. Ну офигеть теперь. Вон они стоят на платформе Хрипань, ЭД-2Т и ЭД-4М. Конечно, ЭД-2Т это пока еще не уходящий век, но это только пока, им не так-то много осталось. Все-таки это девчонки из 90-х, а у электричек, как известно, 30 лет срок службы. ЭД-2Т-043 раньше работал в депо Перерва. И вы не представляете, насколько она стала лучше, когда ее отдали в Куровскую. Кошмар, немытая, грязная, фу, ужас. А здесь прям конфетка как новая, не хуже, чем ЭП-2Д на МЦД. И вот мы решили немножко отойти ближе к платформе 41 километр, чтобы сфоткать R2R, которая едет прямо сюда из Куровской. Чтобы снять очередную электричку, переместились на другое место, до которого пришлось идти через эти чудесные заросли. Друзья, еще одна R2R только что проехала прямо здесь, и вот как она получилась на фотографии. Хотелось бы подвести итог сегодняшней небольшой прогулки. Сегодня мы видели целых две R2R, целую ED-2T и целых две ED-4M. Обалденно интересно, с ума сойти просто. Вот через эти заросли пришлось пройти, чтобы выбраться на пути. А еще пришлось перепрыгнуть через реку. Вот так испытание на сегодня. А сейчас я проделал все то же самое, только в обратном порядке. Ну что же, в этом лесу, около перегона Овражских Жель, мы закончим сегодняшнюю прогулку. Сегодня мы видели целых две R2R, ED-2T и ED-4M. Казалось бы, вроде бы ничего интересного. Обычные электрички, типичный набор школьника. Но все равно, они от этого не становятся менее интересными. Тем более, что R2R-то остались только здесь, в Куровской. Больше нигде их уже на московской дороге ты и не встретишь. Что касается ЭД-2Т, они еще есть в Александрове. Но тоже эта электричка довольно редкая, поэтому и интересная. Ну а ЭД-4М это так, в кучу, чтобы было. Потому что когда еще мы приедем на этот перегон? Хотя в нем и нет ничего особенного. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои лайки, делитесь этим видео с друзьями. Спасибо за просмотр еще раз.